вами Twins Fly. Всем хай. Сегодня мы играем It's Take Us Two, восьмая серия. Спасибо за ваши подписочки, просмотры, комментарии. Ставим лайки, колокольчик, дзынь. И подписываемся на канал. А всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита. А мы погнали в игру. А мы продолжаем эту удивительную игру. Портал, да? И мы находимся в Монокле. Если вы смотрели предыдущую серию, кто не смотрел, посмотрите, потому что у нас есть... Как это называется? Что, плейлист есть. Можете на плейлист зайти, можете посмотреть. В конце ролика будет оставлен... Подсказка оставлена, так что подпишись, нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, а мы погнали. Тут по кубикам надо. Портал. Ой, я упал. Я думал, это портал. Я прохожу. Где я? Ой, я прошел. Подпрыгнул? Подожди меня. Трамплинные горки. Почему здесь кругом эти трамплинные горки? Так, ну я прилетел. А тут подсвечиваются кубики, прикинь, куда я стою. Где я? Я тебя жду. Так что смотрите все наши серии. Фу, потому еле что это... допрыгнул. Потому что эта игра... Вон, это просто невероятная игра. Очень интересная, с захватывающим я сюжетом. Тут. Вот я сзади. От гения кооператива. Каждой игре чё, новый босс. А что делать? Вон на тот, наверное, надо купить, да, принять? С шифтом. Не допрыгиваю. Чё ты тут? Что делать? Смотри, кубики, видишь? Надо собрать кубик. Ну-ка, встань. Линию сделай. Линию. Опа. Что это? Опа. Видал? Офигеть. Так, теперь надо соединить тут. Мозг, дамы и господа. Мы только проснулись, так что не сидите строго. Будем немножко пить. Ну, это нормально для этой игры. Чтобы немножечко тупить. Тут надо разгадывать загадки. У нас четверо. А, это подзеркалье. Стой, 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 стой. Так, надо одному сюда встать. Да, да. И чё? Кубик убрался. Ага. Прикольно, это путешествие по порталу. Я так понял, короче, тут логические загадки будут у нас в этой серии. Инопланетянские порталы. Так, теперь у меня все сходит с ума. Держи себя в руках, блин. Че, все серое? Ёлки-палки. Так, где я? Отпустила. Какая-то наркомания жесткая. Вон кому-то вниз надо? Тебе. А, или мне, без разницы. Стой, стой. Вот, стой. Так. Да. Идеально. Теперь тебе надо подвинуть. Ты куда крутишь-то? А, не и... крутить, залезть надо было. Она возвращается обратно. Ну-ка, крутой. Да-да-да-да. Всё, стой. Все, давай теперь ты. Ну ты молодец. Это обратно не запрыгнешь. Иди. А-а-а, понял, мы должны на уровнях оставаться. Я думаю, вниз надо будет, на лестницу. Так. Так, где лестница? А тут уже поинтереснее. Так. Что это такое? Я человек-паук или человек-паук?
Рано пускаешь. Так, е. Так, здесь. И что, усой? Ты чё? Теперь мне надо, наверное, тебя обратно подвинуть. Куда? А если дальше? Синюю? О, да, стоять. Стоять. Теперь ты, да? А ты на желтый? Стой! Стой! А, нет, все, можешь отпускать. Стой. А вот желтый. Привет. Приехала желтая! Желтый-желтый-желтый Ламборгини. Нет, с другой стороны. А. Хотел там ломать. А как ее взять? А, с другой стороны. Воу, что происходит, что за труба? Я нифига не вижу. Давай, давай, крути. Нас все забирают и забираются выше и выше. Он кнопку YouTube забрал. Значит, мы скоро получим кнопку YouTube, если вы не поможете. Да, поддержите этот канал, чтобы получить побыстрее кнопочку YouTube. Глина. Скоро нам дадут суперспособности какие-нибудь. Она голубая. Почему я думал, что слониха розовая? Короче, он ей сказал, что она инженер и должна что-то построить, чтобы нас доставить. Но я думаю... Поехали. Надо убрать преграду, она говорит. Вот, смотри, тут есть какие-то штуки. Батарейка нужна. Или нет? Вот тут что лежит. Вот механизм, смотри, какой-то. О. Игрушку надо найти, короче. Что он делает? Оставь его вот сюда. Вот. Или тут. Ой, я нашел. Такого же? Может, есть разница? А нет разницы, да? Ну-ка, поставь. Еще третий. О! Нашел? Не, где-то это по лицу. Нашел. О! Тут самолетики летают, за ней зацепиться мы. Не понял. Хочу за самолет зацепиться, попробовать. Что дальше? Сейчас. Самолетик прилет. А, тебе на самолет надо? Не. Или нам надо на самолет? Нам надо вон туда, он наверх. Не, куда ты полетел? Я думаю, это да. Вот они прям низко прилетают. Как за них зацепиться? О, я летаю. Shift это поворот. Ой. Нам надо на один самолетик запрыгнуть и лететь. Куда? А вот эти крючки для чего? Для самолета. Понял. Не, это походу просто себе полетать. А как отцепиться? Блин. Я упал. Давай что-нибудь делай уже. Летай что. Я разбираюсь. Ха-ха, прикол. Ты можешь по трубе.
И чё? Я допрыгнул до сюда. Он же там дальше есть. Да это ты назад прыгаешь. Мне кажется, нам надо на самолетике. Я застрял. Может, нам надо самолетики столкнуть, их же тут двое летают. Ну-ка давай повисни на самолете. Сейчас, я упал. Давай. А где, куда, как? На крышу встань. Вот справа у тебя. Да, там сейчас будет пролетать. Только не на мой, наверное, на серый. Я просто уже без понятия, что делать. Ты не можешь? Ну, там я надо нажимать. Подлетать. Запрыгнуть попробую. А у тебя нету, да, обозначения? Может, на мой самолетик? А нет, есть. Откуда легче будет запрыгнуть? С крыши, наверное. А вот отсюда, наверное. Я нашел что-то. И что это? Нет, это определенно что-то не то. Давайте. Я нашел что-то. Я нашел человечка. Еще одного. Все, я цепляюсь. Я человечка нашел. Ну давай ставь. А куда его ставить? Надо, чтоб нас. А вот дорога же идет. Чё, просто надо, чтоб нас повернули. Блин. Может, мы реально их неправильно поставили? Не знаю. Так, смотри. Парень. Короче, надо поставить их, чтоб... Парень, наверное, смог повернуть. Это регулировщик. Он вот тут, наверное, должен стоять. Чё, это кто кажется? Такой? А это кто? Это обычный чувак. Так, вот регулировщик. Этот, наверное, должен стоять вот тут. Вот! Тут должен стоять регулировщик, Стас. Где? Вот. Вот это вот. Видишь, куда ведет? Вот сюда. Значит, тут должен стоять регулировщик с виском. Где он? А вот. Тут кто должен? А, тут должен это, да, который меняет. Или вот тут. Вот тут должен стоять, который меняет. Вот. А это что? А вот все, нашел. Че, куда? А вот это кто такой? Нет. А тут что? Тут-то не убралось. Не убралось, да. Сложно. Вот. Тут дверька есть. Стас. А как ее открыть-то? Может, там сзади? Там должен кто-то стоять. Внутри. Нету никого. Значит, надо что-то самолетами все-таки сделать, я так думаю. Разбить, типа? Не знаю. Не зря же они. Короче, смотри. Вон, видишь? Че? Вон туда, может, надо. Куда? Вот, и запрыгнул. Давай тоже на этот самолет сейчас запрыгнем. Ты просто им не можешь управлять. Походу пока я. Ну. Давай в дырку. Вон же отверстие. В смысле лететь надо в дырку? Какую дырку? А ты куда прыгнул-то? Я вон туда, где этот. Ну вот надо управлять, чтобы она туда пролетела, мне кажется. Нет? Туда спрыгнуть надо просто. Зачем прыгать?
Вот под поэтому туда он не залетит просто. Давай попробуем. А ты же не допрыгнул. Я допрыгнул. Просто камеру съела. Не. То есть точно не туда. Так, а куда тогда? Это что за экраны? Для чего эти краны? Ой. Можно зеленый запрыгнуть? Все, я сейчас на зеленый запрыгну. Где? Куда? Что? Тут же не просто так shift можно нажимать, чтобы повернуть его. А shift, там что еще? Shift можно нажимать? Да. Как он развернулся. Вот видишь. Попробуй ты shift нажми. Нажми shift. Я же нажал. А что, он тебя не поворачивает? Ну я не понимаю. Это же что-то. Ну не туда, наверное. Эти куклы могут быть полезны. Вот с куклами что-то связано. Может, все можно снять этого одного? А, ну типа повернули же, да? А, ну, они не снимаются. Регулировщик не снимается. Все сниму. Теперь сюда этого попробуем поставить. О, да, поставь, они сейчас поцелуют. Так, все, давай, стоп. Подожди. Так, вот, наконец-то мы разобрались. Стой, сюда еще одного чувака надо поставить. Вот я, которого убрал. Ну. Он нам сейчас дверьку откроет. Наконец-то разобрались. Ура! Что-то это было сложно. Где же мы где? Полетели. О, вот это мир. Быстрее. Надо по очереди. Жми. Ты сейчас жмешь. Надо по очереди жать. Жми. Жми. Я нажал. Давай быстро нажимай просто. Надо просто быстро нажать. Фига, притирадакси. Динозавры. Лавовый мир. Слышишь музыку? Кайфово. О, черепах какая-то. I didn't put the dinosaur there. Oh, whatever. Let's just find a way to clear the track. What? How? Они хотят расчистить дорогу. Как-то. Yeah. Это типа кран. И чё? Нет, это динозавры. Это мир динозавров. Серьёзно? Да, серьёзно. Так, я чё-то на твою камеру. Ты что? Это паркур, что ли? Я тебе говорю, это камера. Ой, камера, экран. Экран? Ну-ка меня подними. Низ. Экран. Вверх. Ой, сюда вот. Отсюда. Вперед сделай. Вперед. А. Вот. Запрыгивай. Что там сделал? Я опустил. А. Давай.
Теперь у тебя динозавр. У нас появились суперспособности, наконец. Нифига, у тебя типа супер мощный этот. Ну что мне сделать? А, вот, сейчас, подожди. Так. Бер, все. Проходи. Неужели, держи. Держи, не отпускай. Держу. Все, отпускай. Он все равно не быстро. Ой-ой-ой. А тут чего? Я понял. Тебе передвинуть надо? А, все, залази. Опускай ее теперь. Стой, сейчас не поднимай. Не поднимай же, сказал. Давай. Так тебе наоборот надо было сделать, нет? Разве? Да. Ну давай вниз. Ого. Давай. Поднимай. Теперь пока мы. Прикольно. Там вниз надо спустить меня. Спусти вниз. Понял. Ниже опусти. Стой, я же сюда потом подняться не смогу. Тебе надо вторую сюда пододвинуть. Я опущу тебя. Давай, опускай. Опускай меня. Вот и поехал. Сейчас смотри. Вот, вторую пододвигай. Не, надо залезть на тот. Как я туда залезу? Ну как сюда залезешь, просто пишем. Ты не же ударь не сначала. Ударь. Ты тот потом двигать не сможешь. Чеп. Либо тебе надо было просто на середину пододвинуть. А, я же не смогу прыгнуть. И что дальше? Давай назад тогда, да? Да. Как еще? Так, а как это? Как это сделать? Как это? Как это? Непонятно. Стой, пока не бей. Ударил. Тебе надо вторую. Куда-то подвинуть. Нет. Не понял. Непонятно, не ясно. Сложные какие-то загадки. Стой! Нет. Знаем, мы знаем, что вы бы догадались намного раньше. Вам-то с экрана лучше видно. А мы тут вообще не понимаем, что делать, что к чему, что зачем. Так, вот она переворачивает. Mm-hmm.
Если я встану на нее, я уже не смогу. Переверну. Угу. Может, мне надо пройти? А я-то что там сделал? Вот-вот. Я ничего не сделал. Стой! Ты же меня сейчас поднять не можешь, да? Почему? У тебя там этого нету, да, кости. Не могу. То есть, значит, отсюда я вылезти могу только вот в таком положении, да. Так. Логически рассуждаем, да. А ты эту кнопку сам нажать никак не можешь? Нет. Тут еще что-то есть, я не знаю. Что человеку? Это уже дальше, да? Я не понимаю. Там сзади что-нибудь есть? Не понимать. Есть. Ну вот здесь ты вниз меня спусти. Может, тут долбануть надо? Давай. Нет. Не получится. Давай наверх. Как ее? Как? Попробуй несколько раз так, я не знаю. А смотри, я в зубах-то держу ее. И ты можешь подняться. А ну-ка. Давай. Теперь вот это держи в зубах. Подожди. А, меня опустить. Меня-то опусти сначала. Надо на середину, наверное, отпустить вот так, да? А ты потом подняться не сможешь. Так, ладно, стой. Давай. О! А, ты теперь меня поднять не сможешь. Все, близко... мы поняли алгоритм. Близко к разгадке. Так, нам надо сделать... Ну-ка, прыгни. Чтобы сейчас те две были перевернутые. Прыгни, прыгни. Во, вот. Видишь, две повернулись. Теперь это так. В зубах держи. Да-да-да. Еще раз прыгни. Вот, теперь поднимай. Боже мой, как это было легко. Не, как мы до этого должны догадаться, я не понимаю. Разработчики, вы чё? Давай, дальше. Ой. Это же вообще просто... Походу, это утро на нас так... Оба-на. Все, меня забрали динозавра. У меня тут штыки. Что делать? А, подними. До конца, да? Нет! До конца подними. Что ты делаешь? Я думал, если отпустить, они на месте останутся. Держись. Давай. Прыги. Так. Вези. Так. Я внизу. Тебе тут просто надо вниз спрыгнуть. Ой. Ты за мной? Нет. Нет. Давай.
Ох. Так. Ну это интересно, интересно. Я у меня какой-то рычаг. О, черепаха проснулась. Наконец. Просыпайся, черепашка. Maybe try a mint, okay? Just out of courtesy. All right, coming through. Поехали. Hoodie, why do I smell smoke? Smoke? I don't smell anything. Your nose has always been sensitive. Yeah? Why do I see fire ahead? Uh-oh. Oh. Молчи где-то под землей. Как это может находиться все в комнате Роуз? Пчелы, сказка. У него просто какой-то целый мир. О, мы на корабле. Это наш ешный корабль? Ты видел, кто там сзади? Кто? Осьминог какой-то гигантский был. Да? Сейчас мы будем плыть. О, походу на неё смотрит. Like that one over there. Mm-hmm. О, видишь? Каракин. Я что-то и не заметил его. Он такой маленький. Yeah, right. Так, погнали! О, я никого как управлять, а? Так, ну пока просто. Стой, каракин. Вот. Он же пушки слева, справа. Ты че не поворачиваешь? Налево. Направо поверни. Налево поверни. Платишь налево, я направо, поэтому на месте стоит. Оо, отбросило. Давай налево сначала. Ты справа не добил. И поверь. Так что, кого там справа не добили? Ладно, разберемся по ходу дела. Заставочка. Перлаты. Нам с ними сражаться надо? Да, подвижу. Уезжаем, уезжаем, там пушка. Налево. Направо. Стреляй, стреляй, стреляй. Прямо, прямо, прямо. Назад. Давай тут пострелим. Мы же не просто. Все? Ну, поехали. Ну, вон еще одна. Так, ворот мы убираем. Че, волна будет большая. Че, повернул? О, я же говорил, о, о, пингвины. Их не надо же убивать, да? Ну, вряд ли. Не убивай их. Не надо. Не. Это просто как игрушки. Хотя ты игры не знаешь, что ожидать. Это, кстати, уже прикольная музыка такая, как будто пираты Карибского моря.
Прикольно. Тут течение походу начинает. Давай направо. Куда? Ходи назад, 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 назад. А, нет, надо. Надо обходить его. Давай право, да стрелять право руля, в него. Право. Стрелять в него надо, а не уходить. Запишите в комментах, Стас трус. Повтор. Дубль 2. Чё ты останавливаешь? Налево поворачивай, чё ты? Так у тебя... Налево. Нажми вперед просто и все. Я вперед нажимаю. О, это вообще это дабы. Twitch Storms, напишите вы в комментариях. Ты же он все время куда-то не туда поворачиваешь. Ты туда куда-то не туда поворачиваешь. Это ветер, наверное. Стреляй! Ты вперед жмешь, нет? Вперед жми. Что будет? Ну и налево надо, наверное, да? Не нажимается здесь налево. Почему это? Потому что ты управляешь правым колесом, а я управляю левым колесом. Вообще-то и налево, и направо. Не управляется там налево и направо. А вагонетка у нас там откуда? Или мы прям на вагонетку туда залетели? Это босс, все. Что нам надо делать? Развернуться. Ой-ой-ой. Разворачиваться надо просто. Просто поворачивай. Лево. Вот нажми налево. Видишь, он налево поворачивает. Направо. Да ты. Надо в него, наверное, стрелять еще. Да. Давай. Направо. Лево. Руля. Слушай, что тебе капитан говорит. Лево руля. Право, право, право. Право, да. Здорово, капитан, вообще ничего не умеешь. Что сейчас бой разозлился? У нас на дно что ли утащил? Что дальше? Право руля. Еще право руля. Еще право. Он к нам этих отправляет, да? Еще право руля. Так, он вернулся. Пират, лево руля, немножко. Лево руля. Воу. Право руля. Уходить надо, уходить надо. Уходить надо. Че ты орешь сейчас, слышь? Че ты делаешь? Уходи. Стреляй. У нас мины попали бы. Ну надо как бы и стрелять тоже. Задний ход тоже есть. У тебя. И у тебя тоже. Правда, да. Куда задним ходом? Ты ж сказал. О-о-о.
Стреляй в эту щуку. Налево. Направо. Налево. Что у нас подкидывает? Зачем? Направо. Ну мы, кстати, выгодную позицию выбрали. Налево. А, уходить надо. Налево. Назад. Хорошо. Налево. Нет, он подкидывает. Сейчас. Право руля. Вперед немного. Все. Ура! Ботненько. Давайте, ребята, соберем наконец-то 100 подписчиков. И 100 тысяч лайков и миллион просмотров. Да. Всем подписавшимся, спасибо, респектуха. Когда досмотрим? А, все, конец. Так, вот такая приедем. Была серия. Да, увидимся в следующих сериях. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик. Подписываться на все наши соцсети, все будет в описании. Ждите наших следующих видюшек. С вами был Twins Fly. Всем бай.